Сегодня мероприятие, которое будет проходить, оно традиционное. Не первый раз мы уже готовим такое мероприятие, и студенты с удовольствием принимают участие. И даже не только студенты, а все преподаватели образовательного учреждения во главе с руководителем. Сегодня символическое мероприятие. День защиты детей. Ну, а все студенты, которые еще являются студентами, все равно дети. Поэтому я поздравляю вас с этим праздником. Я хочу сказать, что это мероприятие сейчас даст возможность вам открыть те свои качества, которые, возможно, вы не знали, что они у вас имеют место быть. Потому что те станции, которые вы сегодня пройдете, они подразумевают определенных знаний. Еще раз поздравляю вас с Днем защиты детей. Преподавателям и студентам желаю плодотворной работы. Вперед и всего самого-самого доброго. Тебе 16 или немногим больше. Ты родился и вырос на мирной земле и хорошо знаешь, как шумят весенние грозы. Но никогда не слышал орудийного грома. Ты видишь, как строят новые дома, но не подозреваешь, как легко они разрушаются под градом бомб и снарядов. Ты знаешь, как обрываются сны, но тебе трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как твой утренний сон. Защитники Отечества, сыны земли родной, дай Бог здоровья и поклон вам низкий. Вы не за славой шли в последний бой, за Русь святую, за родных и близких. Уходили мальчики на плечах шинели, уходили мальчики, храбро песни пели, отступали мальчики пыльными степями, умирали мальчики где, не знали сами. Не хотели мальчики поддаваться страху, поднимались мальчики по свистку в атаку. В черный дым сражений на броне покатой уезжали мальчики, стиснув автоматы. Повидали мальчики, храбрые солдаты, Волгу в 41-м, Шпрее в 45-м. Показали мальчики за 4 года, кто такие мальчики нашего народа. Защитники Отечества, ими всегда гордилась Россия. Так должно быть и впредь. Кино идет, воюет взвод, далекий год на пленке старой. Нелегкий путь, еще чуть-чуть, и догорят войны, пожары, счастливый май, любимый край, своих солдат встречай скорее от ран обид. Земля дрожит теплом души, ее согреет. И все о той весне увидел я во сне. Пришел рассвет и мир улыбнулся, что юга отмела, что верба расцвела, и прадед мой с войны домой вернулся. В лихом бою, в чужом краю, пусть берегут любовь и вера, что больше их пришло живых и рядовых, и офицера придут весной, как прадед мой, и в дом родной открою двери. Я помню свет далеких лет, свою страну я буду верить, и все о той весне
того солдата, прошедшего Берлин. В далеком 45-м ребята из штрафбата на здании Рейхстага писали «Не прости». Мне прости сожженных советских деревень, детей отцов лишенных погибших матерей, расстрелянных закатов, разведов среди мин. Я внук того солдата, прошедшего Берлин. Пусть ватником зовут и колорадом, но память наша крепче, чем гранит. И под Берлином, и под Сталинградом солдат погибший родину хранит. Солдат советский родину хранит. Я сын того солдата, прошедшего Афган, в Кабуле под Гератом с единственной гранатой. Он прикрывал ребятам отходы на салат. Ночи в окружении не жалуют чудес, на каждое движение ворчит АКМС. С кунтузским разведпатом погиб за углом, я сын того солдата, прошедшего Афган. Пусть ватником зовут и колорадом, но память наша крепче, чем гранит. И под Кабулом, и Джалалабадом солдат погибший родину хранит. Солдат советский родину хранит. Я брат того солдата, прошедшего Кавказ, в январе отстоявшего Пальмиру и Донбасс. За Кири и Арсена, за Ромку и Санька, девчонок Мерзампада, чей подвиг наряка. Скажу бою без мата, что вороньем кружит. Я внук того солдата, я сын того солдата, я брат того солдата, что родину хранит. Пусть ватником зовут и оккупантом, но память наша крепче, чем гранит. И под Алеппо или под Славянском солдат погибший родину хранит. Солдат российский нас с тобой хранит.